Чемпион Европы 2008 года. Томаш Вернер, который тоже потенциально способен на очень-очень многое. Лучшим достижением Томаша Вернера на мировых первенствах было попадание на четвертое место. Сейчас Бжезина отчаянно пытается, соотечественник Вернера, Бжезина отчаянно пытается избавиться от этого четвертого результата. Ну что же, смотрим за Вернером. Ну вот остался без четверного, похоже, Вернер. В самом начале программы прыгнул только клуб 3 оборота. Но, может быть, еще вставит куда-то в серединку каска. We'll be right back.
У Вернера прокат получился не столь вдохновенным, как у двух предыдущих фигуристов. Он остался без четверного прыжка, остался без одного из каскадов.